В каком коллективе мы будем работать эффективнее всего? Если вы читали мои книжки, в частности «Чертоги разума», вы знаете, что наша дефолт-система, которая отвечает за мышление, и изначально была социальной, обучена иметь плотные контакты с 4-5 людьми. То есть на 4-5 людей в вашей жизни приходится 60% времени, и это ваши самые плотные такие социальные связи. Выяснилось, что когда мы говорим про работу, работает тот же самый принцип. И выяснили это не где-нибудь, а в компании Toyota, которая славится своими технологиями управления производством и управлением эффективностью. И вот что получается, что самая лучшая бригада, которая состоит из 4-5 человек, где начальник является одним из участников этой компании. Если нужно более широкий объем работ производить, то это уже несколько групп, у которых есть один начальник над 20 людьми, как взвод.